В недрах Арала нашли источник пресной воды. Вода была обнаружена в Каракалпакстане на высохшей территории водоема. Пресная вода располагалась на глубине почти 300 метров. И по словам руководителя экспедиции при Арале Шавката Олимова, родники с источником пресной воды пригодны к использованию. Раньше тоже такие линзы, подземные линзы обнаруживали в разных регионах дна Аральского моря. Но для нас это была очень хорошая весть, тем более на острове Возрождения, который когда-то считался островом, островом самым неблагополучным, где были захоронения опасных веществ. И задача стоит в том, чтобы, выполняя инициативу Узбекистана, которую президент нашей республики озвучил на саммите МФСА в августе прошлого года в Туркменистане, об объявлении Приоралья зоной экологических инноваций и технологий, сделать эту зону благоприятной для проживания.